Но так чтобы вы знали, есть и реально дивное место для детей. Место это знают все. Магазин «Орион» находится перед торговыми рядами на автомобилистов, и доехать сюда легко. Ну а чтобы понять, мы вам предлагаем отправиться сюда перед 23 февраля. И, конечно, у нас впереди замечательный праздник, 23 февраля, то есть День защитника Отечества. Конечно, празднуют те, кто уже послужил, но и те, кто еще собирается служить. Так вот, для тех, кто собирается служить, мы вам приготовили замечательный сюжет вместе с фирмой «Орион». Приходите и посмотрите. И нет вопросов. Тут все работает, и работа эта для детей. Причем и цены ниже, чем где-либо. Раз перед нами 23 февраля, а 23 февраля – это праздник для детишек. Праздник для детишек лучше всего приобрести... Игрушки для праздника для детишек лучше всего приобрести в магазине «Орион». Дешевые цены и все, что угодно. И вот мы прямо на входе вам продемонстрируем то, что нужно для детей. Пункт номер один – это колчан. И пункт номер два – стрельбище. То есть эти вот штуки, из которых ваши дети будут друг друга пуляться. Хотя, еще раз говорю, если стреляться с вот такими штуками, лучше всего надеть очки и намордник. И мне задают вопросы, я отвечаю. Если у вас ребенок, то постарайтесь на его нужды тратить минимум 10% вашего общего семейного бюджета. И место-то такое есть, и здесь все дешево. О! Практически, и это я так понимаю, что как стендовый моделизм. То есть все сделано, вот, два пулемета. Но кроме всего прочего, там еще и внутри многие вещи. А есть не только полицейские машины. Есть и вот прекрасные машинки в стиле раритета, так что для детишков место есть. Да по сути, все что нужно. Хотите машинки маленькие, не проблема. Хотите побольше, пожалуйста. Хотите сверхбольшие, тоже есть. И вот понятно, огромный ассортимент и именно для детишек, для мальчиков. Потому как 23 февраля, а это нужная штука. Вот, сколько товаров много, но за моей спиной еще и вон такая большая стрелялка. Ну и к слову про стрелялки. И вы помните, как я вам про это рассказывал? Так вот, стрелялки для бассейнов есть, а есть еще и те, с которыми прямо в бой. Вот только скажу сразу, и вы должны это донести. Стрельбище – это не игрушка. И понятен результат, да? Как бы ваш ребенок стрелял, если бы не было из того, из чего стреляется? В очередной раз демонстрирую. В очередной раз то, чего бы я и не рассказал. Дело-то в чем заключается? Как всегда, большой и супер богатый ассортимент. Я уже не могу это говорить, но на протяжении того времени, когда я вам все это дело рассказываю, вот это и случается. Потому что люди не стоят на месте, люди постоянно ищут. И ищут, в том числе и стрелялки. И, пожалуйста, их сколько? Хотите, чтобы ваш человек был в том числе работником средств безопасности? Вот такие есть. Есть еще и полицейские вещи. А так, пожалуйста, хотите стреляться из воды, и это в том числе есть? Да, понятно. А хотите стреляться из другого, так вот направо посмотрите. Кстати, День защитника Отечества – это не только праздник для тех, кто стреляет. Большое количество людей занимается изготовлением оружия. И, пожалуйста, и для вас. Сухопутные войска – это то, что нужно. Есть в наличии, в том числе. Вот. Мы вам как-то показывали, что такое армия, которая плавает. То есть, в смысле, военно-морские силы. Их много. Но сегодня и сейчас в большом количестве. О, сухопутные войска. Цена достойна, но и достойный результат. Теперь то, что нужно и для всех. Все хотят кататься. И абсолютно не обязательно садить их за руль. Поверьте, есть машинки и на электротяге. И помнится, вопрос был достойный. Вот, достойный вашего замечательного чада. Ваше замечательное чадо должно же на чем-то кататься. Мы вам всю жизнь говорили, что в магазине «Орион» замечательный выбор квадроциклов. В смысле, на электротяге. И, пожалуйста, сколько их. Есть возможность и на машинке прокатиться, и на квадрике. И, между прочим, вы можете прокатиться еще и на трехколесном агрегатике. Вот на таком. Ну и, кстати, зима. Почему бы и вам не погонять? Я как-то вспомнил ситуацию, когда мне было 2 года с небольшим. Чук и Ек, санки такие были. Сильно мне хотелось, но не купили. Так вот, сейчас такие санки есть у моего перца, и мы вместе катаемся. Ну и понятен результат, да, пока зима. Ну и пока зима, естественно, вы можете и вместе с сыном прокатиться.
причем прокатиться как бы правильно. То есть вот взяли такую штуку, ножки сбоку поставили, сын сидит спереди, а вы сзади. Кроме всего прочего, впереди замечательное лето, и пока у вас есть возможность, вы можете купить себе отличные мотоциклы. Причем и для маленьких, которые еще ездить-то не умеют, и для тех, кто чуть-чуть побольше. Вот они, посмотрите. И снова, куда дорога-то ведет? Да туда, где цены дешевле, а товар лучше. Я стараюсь найти, но результат-то тот же. Нигде, кроме Ориона, вы не найдете должный товар в нужной цене. А доехать просто по вокзальной налево и на дивном правом повороте направо. Третий въезд. И вот скоро у нас будет еще один сюжет, потому что достаточно рядышком располагается День защитника Отечества и 8 марта. Вот. Поэтому сегодня мы вам показали, как готовятся мальчики, а 8 марта мы покажем о том, как здесь готовятся девочки к замечательному дню.